Что там, еще какие-то люди есть на резку? Что-то мало, блядь, людей. В 16 закрывается, 16. В онлайне 29 тел. 30. Так. А этот лут забрали, да, у всех, да, отобрали соком, а? Как, бля, этот вчерашний, бля. Да. Воронки вернули. Люди. Нихуя, бля. Что сделали? А то я вчера этот пошел туда, но что-то, бля, все... Воронки вернули, люди. Ага. Ну что воронки делают? Раскрывают. Три воронки давай. Три воронки. Вот, и чтобы ап тебе... А что, где-то вендор уже стоит? Т4-3. Не-не-не-не. Чтобы апнуть Т4-3, тебе нужен же знак Сталкагер. Еще что-то, да? Вроде 3DS. Вот, 3DS. Вот, а там нужны воронки. А, это для апа будет? Нет, это, нет, это для открытия. Ну это вы а как типа на X2, да? Да, были, да? Ну, на X2 вообще они покупали из-за воронки. Типа, там же вендор поставил. А инфа, что здесь так будет? А X4. Почему отобрали у всех эти? Никто не знает. Потому что слишком быстро закрыли. Они, короче, посчитали то, что типа слишком слабыми боссы сделали. И типа по харду сделали. А, бля, второго танка нету, да? Танчик. Ну давай я это, по танчику. Потом скипну. Этого хукмастера снимите сейчас. Язык-то спадет. А, Линдзен, поймешь. Ранти ушел, что ли? Чуть-чуть не вкурил, а? Или зайдет? Я во второй раз тогда буду спрашивать, нахрена этот трэш чистить, который вы сейчас хотите? Его и можно и... Такая традиция. Но мы чистим. Это чисто традиция с фармом. Это типа фарм, понимаешь, с драконьим союзом. Ты тебя покачаешь, чтобы можно было себе купить чарку было. Тогда я... Знаешь, я ходил в рейд, где не чистили ни одного моба здесь. И когда Болтара начали бить, и людей откинуло, и спулился весь трэш, мы вайпанулись. Поэтому чистится трэш. Ну а так, но... конечно, если IQ 300, можно не чистить. Нет, тут не чистится, только вот буквально вот эти 5 мобов. Остальных по стандарту надо чистить всяких случаев, ну, для достижения. Плюс-минус 5 мобов, нам же это не страшно. Они бьются вон 40 секунд. Киньте пати, Серджи, там в Диплесу. Так, чё бы сгонять после, блять. На ИВК я смотрю, что-то нет людей, нахуй. Кару? Пойдём, у него 25. Кару в ночь идти, нахуй, угораешь? Это 10, вот нормальная тема. Давай уню 25 соберем. Маунт и К25. И уню 25. Возьмешь 242 моего ДК от ТТГ-10?
Бля, я не знаю, нахуй. Ну если ты порелишь. А, ну а как? Как просто возьмешь? Ну вот я и говорю ПРЛ, блядь. Возьмешь себя. Уже практически нечего РЛить. Ну вот, я понял, блядь. Вот так и сделаем. Значит, на Вилане будет РЛить. Не, я тогда в кару. Я понял, нахуй. Я понял, блядь. Да, да. Надо смотреть по пачке, кто пойдет. Если бичи пойдут, которые не знают тактику, то какой смысл? Или можно пойти в кару, обычку почилить будет. У тебя там предложение в чате. Я стопудово десятку хочу, вдруг и будет ревностный. Вот одну десятку ТТГ хотя бы. Потом уже не знаю, блядь. Тоже такое время. Потом сейчас... Войд пойдет фармить делики. Один хуй заставим. Ты не думаешь, что ревностный это прям какая-то супер панацея, но это крутая хуйня. Не, это хорошая чарка. Да, мощная. Да мне кажется, за то время, пока он ходит, блядь, по ТТГ 10. Кто там воет, нахуй? У кого там кто-то воет, блядь? Пиздец, нахуй. Вы слышали это? Да. Кто-то под пёсика косит. До топа зашёл. А, это топа поет. Он уже всё, допился. Ёбаный покос, иди сюда. Твоя сила на исходе, тупейшая. Скоро ты присоединишься к своим бичам. Ну, щит интересно, почему капаутские щитки идут впереди ДЦшных, а холипрестовские идут после ДЦшных? Хорош, блядь, потому что холипресты мусор, нахуй. Да-да-да, расскажи мне это в следующий раз, когда... Не, холипресты это хорошие топ-хилы. Все руки оттуда. Пока эршамов не сделают нормальными, холипресты будут лучше. Когда Эршамов починит, тогда возможно. А будет стакаться лужа в ТТГ у Эршамов с Т5-м едет? Консилятор, у тебя что там? А, нет, зеленого. Так, да мне кажется будет, блять. Этот самый, кто там в танке? Вдвоем, да, затанчим? Нет, давай, давай я сейчас. Да не, не надо, дамаж лучше, не надо. Мы не сдохнем. А можно сумануть? Здесь же одну цель надо бить, правильно? Сумоньте. И все умирают. Сумоньте его. Шкаф ставьте, сумоньте Седжу. Да ничего не сломано там, нормальные шамы. Просто не хилят. Да нормально хилят. Нет. Да никак. На фоне других хилов модули, они... нет, вообще, на фоне каких хилов? Я тебе скажу, ДЦ почему на первом месте да, будет? Да, ДЦ понятно. Я на фоне холипрестов, хэпалов, эрдру. Эршамы находятся на дне. Ну, хэпалы они всегда были, блядь, на первом нахуй. Да, да, да. Месте. Ну, хорошо. Алло, ты там саманулся, нет? Алло, блядь, Седжу, нахуй. Прием. Прием, блядь. Сержу. А куда бы Силер делся, тоже бухает, блядь. X5 играет. Какое нахуй X5? Чё за хуйня? Какой X5? Там, блядь, реально, что ли? Там людей ебут. Зачем там лазить? Вот поэтому он туда пошел. Ну, походу, да. Я понял, блядь. Ладно, иду пулять, короче. А, Войд приехал. Это, если что, с королей исцеления. Для тех, кто спрашивал, почему... Как хилит Эршамы. Нормально. 5-6 место. Заебись. Так, сейчас будет разделение этого босса на две части. Ты если что, и вторую, и эту, и... Пробейте одну цель только вот, которого войт. Да. Ты и вторую тоже еще забираешь. Паладины, да, короче, да. Хэпалы там... Все, ушли отсюда. Это, хэпалы, сейчас перед 33% будете прожимать эту. Бабл и массакру. Бабл оба нажмете,
А массакру один тут опускай, там, ламурчен, допустим. Варф, ну сказали же, не бегай, блядь, бей другую цель. Готовимся, сейчас еще не зыбко буду давать. 40%. Не, это готовимся, баблы прожимать. 36, 35, 34, даем. Я не успел не зыбко нажать, сука. Ладно, похуй. Забрал, да, купи? Все нормально. Ну все, двух танков, главное, чтобы доставали хилить, и все, и двух танков хилим. Сразу заходи в инсту, там сдох на коня. И это, и следующего пуля. На коня садись и сюда езжай. Бафы там по ходу боя докинем. Прикольная снежинка маунт, да? Угу. На горке катался на снежинке? Нет. Я, блядь, в детстве с горки катался на мини-лыжах. Блядь, прикольно. На самая жесть это санки ледянки. Ледянки? Когда ты едешь нахуй, очко себе отбиваешь. А, да, на лед падаешь, пизда, блядь. На всякой хуй ездили. На коробках ездили, блядь, на всякой параше, просто на деревяшках нахуй. На бутылках. Кто-то на бутылках. Ну на ногах. Не в том смысле, подумали. Не, пленка типа трасс самая лучшая ледянка была. Не, если бутылки связать, нормальная тема будет, наверное, да? Не, там, короче, берешь 5-литровую бутылку, плющишь ее, типа, понял? Ну, там, прикольно. Типа, и ручка есть. Горлышко, типа, так сминается, и типа садишься очком туда. Лайфхак, да? Лайфхак от Сержу. Все дети знали. Это гайд, гайд, нах. Это имба вообще, алика. Так она скользит, это ж пластик, это ж вообще там бюджетная ледянка. Ой, спать охота что-то. Хотя спал полдня, блядь. Ой, я-то, блядь. Да поездов не было, нихуя. Днем спишь, что ли? Ну, блядь, что-то, да хули, блядь, а, вчера. А, на работе спишь? Ну. Нормально. Хули там новогодние праздники эти. Паровозники. Ты что, регулировщик, что ли? Нет. У меня завод это, военный. Свой. Ну как свой, блядь? Скоро будет. Паровозники отдыхают. Они, кстати говоря, в четверг были, 5 числа. Разок поездили, там снег почистили. Мы только на ивенте снег чистим. По краю аккуратно заезжаем, босса не пульча. Так, право-лево там распределить. Что это за маунт тут, этот призрак? Где-то пет чей-то, блин. Что-то, блядь, такое. Лёха, я справа. А, ты спекнулся? Хорошо. Так, репичип, замер ДПС для тебя идет. Так, поехали. Бля, репичи пет пиздец, конечно, нахуй. Сипка, нахуй. В Наксе так дамажили, ну прикинь. В Наксе просто вары армсы выдавали 7к, бля.
9 и 8 показывает у него. Ну да. Зефир еще будет гоняется. Еще. Он сам дерстакал, не мешает. Ну тут и зефиров хуёво. Но я дал больше. Не, ну главное, ну, это главное уточни и запиши еще. Да не, я просто в шоке, что типа ДКшники тогда. Уберите, уберите петов. Во-первых, легендарный класс, во-вторых, ну, если ты это не запишешь, то потом с тобой не о чем говорить будет. Я уже записал в заметке. Да главное, чтобы потом ты разогнал это опять. Заходи на бладе и подамажь на бладе, все. На бладе? Типа на мышке? Или типа на да. Бладе? На бладе, на бладе. Подамажь на фрост ДК. Толку даст. Надо особенно сейчас Т4. Сейчас-то, блядь, конечно. ЛК фрост ДК, такой сложный спек. Да, кнопки просто на него, за него никто не мог нажимать нормально. Там очень строгая ротация. Как у кота его. То вот ФДКшники фулбисовые у нас были. Один, ну, уничтожение, ну, не знаю, буквально, может, на 7, на 8 меньше. Не знаю, как там, в чем, может, какие-то статы не так. Ну, он, короче, один давал 18, а другой 24, блядь. Есть разница, блядь, пиздец, 6к, блядь. Тупо от ротации. Ну, тут сейчас на Сирусе те Т4, которые есть, вот я не вижу, чтобы такие строгие ротации были. Короче, Инеола, Гламурчен, остаетесь тут, не заходите. Остальные три хила, Хоппер, Дай, Бидон, не люблю, заходите. Не проебитесь там в этой метке, в лезвие не попадите. Значит, Лингрен танчишь. А Хулидринг хочет потанчить. Хулидринг танчишь, свет. Так. Блять, туда кидать еще ДПСера, не давай. На вот кого этого. На пул давать? На пул. Ну давай на меня первый начну. Окей. Okay. Потом после метеора заберешь. Труфальдина вот этого выкинул ДКшник, который 10к дает. В свет пойдешь, выйдешь. Получается у нас что? Тут 8 и там. Труфальдинья. А там 7 нахуй. Ну ладно, нормально. Труфальдинья. Ну вот этот. Труфель, короче, хуй прочитать. Тут и лав. Всё, проверка. Первая, вторая во тьме, да? Первая, вторая во тьме, третья, четвертая в свету. Как обычно, по вам сказал. Зайдите за линию. Зайдите за линию, а то станьте за огнем там. О, блять, а я нажал этот... А, не нажал, нормально. Ну, сейчас... Сейчас на пул пройдет, набирай игру, потом заберешь. А мне надо еще 4-5 стаков накопить. Перебегайте, Митю. Перебежай. Все, забирай. Хуёво, что тут с метками напутано. По идее, перед метеором должна метка быть, а ее нету, он ее пропускает. Метеор, если что, падает. С треугольника заходите. А Продекс, как дела, блядь? Нахуя ты зашел, блядь? Ты танк, что ли? Подождать не судьба. Ты танка не заходит. Так смотри в следующий раз.
Так, что там у нас? Давайте немножко на вас поверну, отойдите немножко в бок и назад от босса. Тоже у бабочки берса есть? У кого берса есть? У Хали. Да, 8 минут. Так, а друида в рейде 0 нахуй, прикинь. Так, Ляночка, выноси. 1% до фазы, готовимся. Третья, четвертая на выход. Портал. Подъебало, смотрите, если только успеете, тут дыхание скоро будет. Сейчас в другом месте появится. Это тьма, стопните пока. Ляночка, выбери. Хоппер, дай, выноси. Этот, Вадикон, давай в свиту Геру. Бидон, давай. Бейте, 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 тьма. Так, сейчас будет 40. Или может не будет. Бидон, давай Геру. Пока ничего не стопаем, бьем нормально. Метеор. К стене выноси. Метеор перебежали, все джи выноси. Призен выноси. Ставь тотем. Не люблю на ману, читай. Да ебала я тут ману. Три ляма немножко осталось. Ляночка. Метеор прибегает. Ну, а сегодня можно упасть чешка? Нет, не может. Кому пояс, да? Неплохой поясок. Эй, запы неплохие. Шути, шути. Так. Я бы запа на успех взял. Вот такие напали этот. Вот бля, прямо. ТГ 10 пойдем. А какая у них цена? 300. Ну, 30 будет, если 10%. А там кирсори еще нажимает. Кирсори тебе надо, ну или нет? У тебя вроде лата нормальная. ПВП. Ну чё, Седжу отдать тогда? Мне тоже для ПВП. Ладно. У тебя выше приор, на тебе тогда. Спасибо. Так, запы на сову. Надо кому-то? Может еще на какого кастера, хуй знает. Да, сейчас посмотрим. Сейчас зайду, посмотрим, кто пойдет. Кому надо? Если быстро, да? То пойду. Так, спать и никто там не ливал, сейчас и подам. Чё, кожа, наручи никому не нужны? Распыли вообще. Отдали. Мне их отдали. Там, кожа, там, блядь. Там с СПД, это... которая... Там двое с кожей. Кастеровские никому, да? Мне надо. Тебе надо? А, мне ты же в холле пала собираешь. Да, на распыл. А, нет, ну распылить я сам смогу. Битва за распыл.
Орлан, ничего с ДПСом? В смысле? 5к. У меня показывает 8.4, а да, у тебя 8.2. А что там, расстрел, Лёх?